Азербайджанские шахматистки приступили к первым партиям в рамках чемпионата Европы в румынском городе Ясах. Всего в соревнованиях участвуют 10 представительниц Азербайджана. Победным первый тур оказался для Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедовой, Ханым Баладжаевой, Гуфхар Бейдулаевой, Зейнаб Мамедьяровой и Ульвии Фаталиевой. С ничьей завершили свои партии Туркян Мамедьярова и Хаяла Абдулла. Соревнования носит отборочный характер Кубку мира.